Всем привет, дорогие друзья, с вами Смайл. И я Сливатор. И это вот Флей на игру Killing Floor. Да, ночная, кстати, заметьте, мы ночью играем. О, мазапака. Кстати, я сейчас я в наушниках, я сейчас свет выключу. Это будет мега круто. Только если сейчас родители сзади зайдут. Так, готов, короче. Да, я готов. Давай. Фу. Так. Так, что делать? Я не знаю, я первый раз играю в эту игру. Я играю уже в эту игру давно, так что... Так, короче, бери нож и прыгай, это читерская распрыжка, я знаю ее. Я играю только что, но я знаю эту распрыжку. Это, Тим, какой уровень сложности? Я поставил легкий, так что... А, ну это хорошо, да, нормально. Потому что на легком даже все равно тяжело. Пошли. Давай, по хэдшотам стреляй. Вот с этим будь аккуратнее, мне пришлось... Так, господи, типа я не знал. Кстати, блин, а нахрена я использовал аптечку, черт подери. Черт, ну, меня зажимают, помогай мне, ё-моё. Куда ты убегаешь? Так, слоумо. Мясо, бляха. Так, а мы как будем, одну карту показывать или будем показывать? Да, как снимем, так снимем, пофиг. Я напишу летсплей. Killing Floor. Потому что я с другими еще чувачками буду потом делать. Окей. Я в эту игру играю уже полгода где-то. Так, мазафака. Так, один остался, но... Так, подожди, не тащи одного, идем в магазин. Окей. Друзья, как магазин тут пройти на этой игре? А, магазин по стрелочке, видишь? Да-да-да, я знаю, но... Ёб-май. Подожди, куда ты убегаешь? Стой, подожди меня. Магазин. Бегу. Да ладно, там один остался, он умрёт. О, все. Пока не мочи, подожди. Не-не-не, это... Подожди-ка, слушай, магазин где-то в другой стороне находится вообще. Я уже знаю где. Поднимайся вверх по лестнице. Я убиваю зону. Не надо, не мочи, подожди, я еще не дошел, не мочи его. Не мочи, убегай от него. Так а мне ты че? Мне, у меня нормально все, я могу все... У тебя звуки в игре. Слышишь меня? Сейчас, если так, постреляю. Слышишь меня? Все, убивай зомби, я нашел магазин. А я мочить нашел. Мочите дьяволу. Ну, тащи. Отлично. А, как я застрял. Так. Ну что, игра напоминает очень сильно Left 4 Dead, я скажу. Или нет? Да, это тупой вечер Left 4 Dead. Да шучу я. Не, игра на самом деле очень крутая даже. Так. Так, мы погладим мачете. Чёрт! Если денег не хватает, что денег не хватает? Чё? Блин, я не то купил. Скотина, ё. А чё купил-то? Блин, скинь мне бабло, пожалуйста, чуть-чуть. Только не самому купить. $100, да, блин, не хватит все равно. У меня осталось 200 только. Блин, раньше бы сказал! Чёрт, я опять сфейлился. Так... Ладно, фейл на фейле. Фейлом погоняет, так сказать. Как Гикс говорит. Кто говорит? Гикс. Ага. Ну, это обзорчик Гикс. Да-да-да, я чё слышу. Так, мы тут не должны разделяться, потому что... Ну, иди сюда тогда. Выбрал, кстати, конечно, если кому интересно... Так что, кому интересно? Так, изображение. Всё на максах! Ха-ха! Шутка. Так. Чё, идем мочить так. Козлов. А, они сами придут. Ну приходите, где так. Вы, ё-моё? Гранаты ты будешь использовать? Оба. Ёкарный баба и мазафака. Так. Кстати, я снайпер буду качать. Слоумоушен, мазафака! Не, мне слово может прикалывать, когда зомби так. Ты это, патроны береги сзади, кстати. Ну уже стащил. Давай, ну, я буду жопу пасти. Кстати, жопа идет гигантский толстяк, который любит поплевать. Я его разорвал. Это бумер из Left 4 Dead. Я встал на все. О, слоу моушен. Вот это классно, слоу моушен, да. Да, это очень.
нереально тащим. Чуваки, мы тащим, реально. Кстати, мы играем через гарем. Да, мы пираты. Мы пираты. Все? Все как быстро, да? Раз, два и готово. О, бронька. Тебе нужна? Нет. Не, возьми броньку. А, спасибо. Ведь, ну, я-то как Тим-то новенький в игре, а я-то мне там пофиг. Так. Просто я играю, ну, буквально день в эту игру. Можно сказать так, грубо. Игра напоминает, ну вот этот вот уровень, он напоминает чем-то фильм Зомбиленд. Смотрел? Тим. Да. Зомбиленд смотрел такой фильм? Да. Ну и как? Да. Так, пара пистолетов. Ты деньги-то там экономим как-то, знаешь? Да я все деньги трачу. Стоимость 30 нет, лучше поэкономить. Вот оно! Вот он мой! О, двухстволка? Да, это самое мощное оружие считается в игре. Да шучу. Да не, базуки это прикольно. У меня всегда денег не хватает почему-то. А я не знаю, я все время заканчиваю раунд там с 1000 с чем-то. Или, не, я не помню, я вроде дошел как-то в конце раунда 10 тысяч. Не, ну мы тащим долларов. Сейчас, по-любому. Так, здравствуй. Билет почем? Да, дорогой, хороший билет и бесплатно. Заходи. Заходи. Поиграем, Вася. А что за игра? Так, у меня не слышно посторонний звук. Видали, сколько я вынес мобов одним патроном, да? Сколько ты вынес? Пятерых. С одного. Ох ты ж! Тут батарейка. Кстати, ты знаешь, как быстро юзать аптечку? Я батарейку с одного выстрела убил. А, ни хрена себе. Батарейку? Да. Которая стреляет зарядами. А, батарейку. Я его с одного выстрела вырубил. Ты это, смотри, куда идешь. Если что, обращайся, я вынесу. Все головы на полочках. Вот давай соберем толпу, я попробую ее вынести. Вот смотри, просто вот, просто вообще. Стой, сзади. Хренеть, как он долго с ножа мочит. А мне мочить есть. Так, мочить козлов идем, мазафака. Дорогой, во что ты тут поиграл такой? У меня уже 1000, кстати. У меня тоже. Так, сейчас полный боезапас. У меня 1000. А можно как-то проапгрейдживать оружие? Здесь не надо апгрейдить оружие. Так, ну меня ни хрена не хватает, но я все равно. Но зато я купил калаш. Ну или это... Не, дробаш лучше. Не знаю, я привык с скорострелками ходить, а не с дробовиками. Хотя это, наверное, больше подходит всякие зомби-шутеры. Дробовики попадают. Блин, 45 секунд нужно ждать, пока магаз закроется. Вот он легкий уровень. Кстати, вот мы, когда мы с другом играли, он гнал, что он легкий уровень ставит. На самом деле он там стал, наверное, ад. Потому что мы там. Ад. Но там один зомби тебя завалит с моего удара. Мистер Аффлектед, мазафака. Такс. Ну и чё, как всегда здесь убиваемся. О, oh, yeah. У меня, видишь, какой скин стоит у меня? О, yeah. Oh, yeah. Такс. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хэдшот. Да. Так, соберем толпу, я хочу вынести. Вот давай соберем чисто меня... толпу, реально, не мочи, подожди. Ну. Иди сюда. Тим, стреляй, там невидимка. Видал? Молодец. Четверых вынес. Да, это только если собрать там еще 50 штук, то я вообще-то, знаешь. Это тогда полный шайтан. Шайтана манага. Вот смотри.
А, нет, пилу я не с одного выстрела убиваю. В любом случае, с второго вниз. Так, аптечку ты знаешь, как... Нет, 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 не знаю. А, да-да-да-да, на Q знаю, да-да-да, прости, тупанул. Да ничего не было. Я сам тут играл в первый раз. Не, я не первый раз играю, но, знаешь, немножко позабыл. Гранаты только тебе. Не зачем. Тихо, стой, а, подожди. Витал, витал просто, да? Ты их еще потом в конце... О, сзади! Скрикуй ей будь аккуратней, понятно? Она... Чтобы она тихо как-то стала. Не, просто тащим. Ну и для расслабона... Для расслабона чисто играем так. Да. Не, подожди, мне интересно, где один остался. И кто это может быть? Это будет, знаешь кто? Это будет вот этот чувак. Давай, слезай, подожди, я снажаю его сейчас. Здравствуй. Хачапури захотел. На, держи. Вообще без звука. Ну, вот. 100 метров так. Нужно переть, жопа. Да мы успеем, я думаю. А, с ножа. Точно, ножом будет быстрее. Ты что, не знал, что? Не, Counter-Strike Source, мадафака. Тут гопнули, тут из Counter-3 гопнули, типа, что с ножом быстрее всего бегать. Много чего гопнули. Все гопнули. По-любому у меня сейчас 2000. Подожди, дай мне патрончики, пожалуйста. Ты уже собрал просто. Благодарю. Экономишь? Так, ну у меня все равно. Ну, я все, ничего купить не могу, меня потом... Так, ремонт. О, я могу чинить их, что ли? А я ничего не покупаю, я экономлю на свой любимый автомат, это Скарм. Мне ничего не нужно, у меня ружье есть. Автопатрон нужны или как? Нет, не нужно, я полный боезапас купил. У тебя последняя версия не стоит? Знаю. Мне друг скинул, который я скачал все. Кстати, не знаю, может я еще планирую пройти игру Gears of War, мадафака. А, прикольно. Я не знаю, понимаешь, хочется попроходить игры в купе, но когда начинаешь, долго запарываешься, там так нереально тяжело начинается играть. Ну видишь, как я же. О, дробовик. Опа. А я взял дробовик еще. Взял? Опа. Автомат. Тащи, мадафак. Знаешь, я пока поэкономлю патроны. Ну, с этим это батарейка. Блядь. Это псих. Видишь, я его вынес с двух выстрелов. О, а, сальдыха такая. Здесь ты точно запечатлели. Блин, хэлп они сзади же идут. Ох ты ж га, провис, ПС. Ах ты ж ёжик. Ах ты ж ёжик. Это я в этом летсплее тоже говорил. Ах ты ж ёжик, ах ты ж читер, ах ты ж лох. Кто? Да, ты когда в МВ2 играл, ох ты ж. А, да-да-да, я ж. Мне так экран трясется, когда я стреляю. Опа, дура. Кто там кричит? А, психуния. Фу. Психуния. Лол, беги. Все, я пошел. Ты что это так мало людей? Все, с двух выстрелов я его вынес. Эй, чувак, хелпани мне может, нет? Так а нажми на, только полечи. Не самому бы. Хелпанись, да. Так, ремонт, полный боезапас. У меня уже 3 косаря, так. Я не знаю, что с ними делать. У меня 4 косаря. Я могу все купить. У меня все доступно. Но я куплю особенное свое оружие. Еще можно купить и дорогое, хорошее. Сейчас посмотрим. В общем, смотри, что я купил. Я что купил? Я, кстати, это гранатомет ты купил? Я тоже гранатомет купил, только за 2500. А я подешевле купил. Но он расстреляет много, а мне выстрелить. А он зато он перезаряжает долго. Очень. Я вообще, кстати, на нуле. Смотри, я автомат купил себе какой. А, этот Скар, типа.
Так, ну что, 19 секунд, что нам делать 19 секунд? Значит, ну и бегать, я не знаю, может я смогу продать пистолеты. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Сейчас тебя выкинут с магазина. Все. Только ты аккуратнее, будь. Пошли. Смотри, подожди, дай-ка мне тоже повыносить. Вау, вот это я заснял, как красиво. Мы оба, кстати, выстрелили. Ни хрена себе. Прикольно. Ух ты. Так, ты, Тим, аккуратней будь. Ой, блядь. Там, сука. Ты спал, умер, что ли? Ой, еблан, стол нахуй. Давай тащи, короче, не знаю. Как ты там без меня? Да, гранатомет я больше покупать не буду. Это бред. О, фак, не взять автомат. Лечись. Все, ну вот это шутер пошел уже реально. Фак, что они меня держат? Ну чё, из таких бедных покупок. Я буду сзади, если что говорить, есть они или нет. Давай, беги. Мне сейчас, короче, ахнут наставит. Слева есть, сзади, сзади. Да я не знаю, Тим. Чё, есть сзади? Там? Никого. Есть, есть! Блин, просто он справа выбежал, а я зад смотрел. Давай, тащи, если ты стащишь, что это будет мега круто. Потому что я уже думал выключать видео. О, я вверх ногами снимаю. Не, четверых ты стащишь. Давай. Красиво такой хедшот. А, блин, это не конечный. Давай хедшот. Ай, плохо. Ну и все, я около магазина. Ну да, что, красиво? Ну что, а, скинь денежку оставляю. Потом чуть-чуть. Сейчас иду. Ты мне 300 баксов где-то дашь? У меня 2000. 300. Мне всего лишь 300 нужно. А, нет, даже... Все, тихо-тихо, хватит, хватит, хватит. Еще возьми. Да, впервые я вынес один. На легком, конечно. Да нет. Просто я тупанул с этим гранатометом. Ну видишь, я же с этим хорошо стреляю. Так, а что броник? Разве можно? Можно купить. Можете добавить еще? Подожди, продать навык. А разве тут можно купить? А, все, купил, все, спасибо. Да. Ты добавил чуть-чуть. Merci beaucoup, Chantre. Chantre. Всем привет, с вами Гагату. Ты, блин, как... Ты как... И... Ты, блин, как этот. Как, блин, не помню. А, бородач. Александр Родионович Бородач. Преступление раскрыто. Не отрицаю. Бородач, бородач, ты дебил. Не отрицаю. А, блин. Голосом вообще нормально так. Не тупани. Да, не тупану. Ты, главное, не тупани. Нет еще. Ну ты. Давай, ты как? Хелпани, 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 давай в углу где-то стоять. Но нет, не прям в углу, чтобы этот блевотник не наблевал. А это ты полный хп. Черт. Аккуратней там с пилой. Я его вынес уже. С пилой. Ты мне хелпани, -мо. Да у тебя полное здоровье. Аккуратно. А, меня сейчас гайка завалит. Быстрее! Меня сейчас этот урод убьет. Ах! Меня сейчас тоже убьют. Нет, я его вынес. Блин, ну что ж они такие...
Давай, давай, хилься, я... Давай, тут я похилился. Стим, может, отойдёшь? Давай, пускай! Пущу. Да блин, ты смотри сзади тоже, ё-моё. О, жесть, тащи. О, всё. Так, 2963 бакса, нормально. 2405 баксов. The Mr. Afflicted, motherfucker. Блин, мне бы пиарчик канал небольшой, чтобы хотя бы до сотенки подписчиков. Так, блин, слушай, ты успокой... Блях, чёрт подери. Так, пара пистолетов, ружьё. Да не, там просто счёт маленький. Дробовик медицинский. Так. Так, гранатомёт. Нет. Исключено. Так, взрывчатка, катана, пара пистолетов. Господи, ну ты пулемет купил. Вот интересно, и как ты собрался все это таскать? Чтобы это купить, нет, нужно нет. Больше денег. Так, у нас 9 еще есть. Сейчас. Если купил пару пистолетов, то сейчас. И Тимика выкидывает с магазина. Это босс, я его сейчас сделаю, нахрен. Так а где мы его? Где он будет? Давай, разносим его. Где? Фиг знает, где он. У меня охрененная пушка, честно скажу. Ой-ой-ой, так, блин, это лагануло. Странно. Может, вы его вынесли? Не, вряд ли мы его вынесли, да, уровень закончился. Да он сейчас сам придет. Подожди, не иди сюда, вот, ну, давай. Пошли. Вот он. Опять исчез. Сзади. Сзади. Прикольно, так мозги раслетаются. Так, может, к нему, когда он падает, нужно к нему что-то подходить, что-то делать с ним. Надо его просто обстреливать. Все. Ого, он телепортировался, типа? Да. Блин, он как-то да, депортируется. Да я стащу, не буду. Ты главное меня тоже прикрывай. Блин, у меня привычка скрутить и нажимать на две отправить. Ну, на две мышки от ног. Так. Так, вот он. Ходит такой там. О! Ты меня убил! Чё за херня? Чё за фиг? А чё, как он нас вынес? Чё за херня была? Ладно, я думаю, на этом пока всё. Всем спасибо за просмотр, первая часть была пройдена, в кавычках, потому что это фейл. Ладно, всем удачи, пока, подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки, с вами был Смайл. Удачи. Сальвадор 2055.